всем привет. Ну вот, пашем вот такую целину. Сколько здесь соток, не знаю, соток 6, наверное. Вот. Пашем вот такую целину. Вот так вот получается. Сейчас закреплю телефон. Отрегулировал чуть. Поставил глубже. Ну сколько? Сантиметров 18-20 точно есть. Думаю, еще глубже сделать. Сантиметров 20 с копейками точно есть, потому что тяжелее трактор пошел, и видно по пласту, что пласт стал больше.
спешу на первой повышенной. Ну вот, уже стало лучше переворачивать. Ну, больше пласт, больше переворачивается, ниже переворачивается трава, все-таки лучше, чем двадцатка, это под ворота, сюда надо сантиметров 25 пахать. Стало лучше. Вот я сделал глубже, уже по пашне видно, что уже лучше пашня. Все, в принципе, больше чего тут снимать, все одинаковое.
Так, ну вот приехал, все в принципе без эксцессов, все отлично отработал, все запахал, все как всегда без всяких проблем. Ага. В принципе везде все сухо, но вот здесь, значит, где-то дырочка. Вот удивительно. А, ну правильно, бьет масло отсюда. Вроде бы продувал его, нигде подтеков не было. Вот здесь вот, вот здесь и вниз подтеки. Надо вот вытирать. А так здесь сверху все идеально сухо. А, масло нагрелся, гидробак горячий. Ну, такой летний. Вот здесь все сухо. Здесь тоже идеально все сухо. Снизу эта трубка мерная. Это у нас получается. Так, 5. 6, 6,5, я заливал 7, ну пол литра по шлангам растеклось. Вот. Вот такие вот дела. Получается, у нас все хорошо. Единственное, надо понять, в этом месте, где дырка, вроде бы я продувал, проливал, здесь нигде ничего не шипело. Ну, неважно, это сверху, это не страшно. Я даже без слития масла его обнаружу дырку и заварю ее прям на тракторе. А так все хорошо, плохо, отлично все показывает. Не знаю, там что получится, сброшу. Посмотрите, как оно пашет. Там, ну, если смотреть на походу, кажется, там может задний чуть не добирает плух, но там получается, когда эти дерно переваливает, оно там иногда даже не разберешь, как там что, в принципе, вроде. Но пашня ровненько получилась, то есть без гребней. Ну, гребушки в любом случае есть, потому что это, грубо говоря, целина, и оно, трава это в любом случае не рассыплется аккуратненько, ровненько. Ну вот, как есть, так есть. Все, буду заканчивать. Сейчас отцепляю плуг. Еще в планах бочку цеплять. Опять ехать канализацию выкатывать. Вот, ну и обцарапал я там ветки, как всегда, все везде. Вот, если для себя, то даже, как ни крути, в любом огороде, если где-то едешь на Колым, есть ветки, которыми вон зеркало вывернуло. Мигалку чуть не сбил, вовремя заметил. Ветка была такая, которая не хотела гнуть, сломала бы. Но она, мне повезло, что ее вот так вот завернула, и все отлично. Надо закрутить. Это такой типа предохранитель. Вот у меня все. Комментируйте, ставьте лайки. Посмотрю, что смогу, там вырежу. Просто сзади прилепил липучку на стекло и на видео, на съемку поставил. Что там получилось, посмотрите. Всем удачи, пока.